Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Вы меня спрашиваете, что еще есть интересного в Одессе. Погнали, я вам покажу. Саня. Ребята, вы знаете, куда я вас веду? А? Вы слышите? Расскажи нам. Слушай, музыка. А вот чувак заходит. Иди быстро. Быстро в город. Успели? Да, ребята. Наконец-то. Ребята, сейчас покажу вам такое место, мое любимое место в Одессе. Вот этот дворик. Здесь Сёма поймал лосика, точнее принес домой лосик. Нет, ты помнишь, говорит? И уронил пачку соли в ведро. Кеми кухну, пачку соли помыли в ведро. А что, если помой посолить, они будут лучше пахнуть? С помоями. Ну вы же знаете Зафиму. Это что, если посолить помой, они меньше воняют? Ты все фразы знаешь из ликвидации? Ребята, идем в такое место. А, уже неинтересно, здесь уже поставили по всему двору, уже фотки сделали. Раньше колокол, смотри какой. Класс. Просто огонь. Ребята, вот эта заветная лестница. Не, посмотри, уже здесь, уже сделали, видишь, целый стенд. С артистами, с актерами. Сейчас же, брат, идет не рыбу, а ножик. Что ли? Пожертвовали на благоустройство двора. Ты бросила денежку? Да. Умничка. Не было больше. Видишь, приятно, что люди оформили такой уголок. Ребят, ну раньше у меня не было YouTube канала, а сегодня вот хочу показать вам дворик. Да не гони мне, Сеня, не гони. Тут уголовный розыск, а не баня. Ни мани голых, ни дурных. Вот эту лестницу. И окошко Готмана. И окошко Давида Марковича. Вы помните здесь? Да, Готман, Готман с того окна. Иди поднимись. Идешь по этой лестнице, и так и хочется сказать. Тяни пианино взад! Помнишь, как они себя творили? Мама, я женюсь. Она будет здесь жить. Давид Готсман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю. Мне не интересно ходить с вами по одной Одессе. Фима, ты говоришь обидно. Ты чувствуешь это? Да. Дала? Фима, выйди, дай доктору сделать себе мнение. Закрой рот с той стороны, дай доктору спокойно сделать себе мнение. Просто класс. Друзья, вот такой шикардосный дворик. Попросили разговаривать тихо. На самом деле выглядит он немножко не так, как в самом фильме. Но тем не менее. Добрейшего мудричка, Вима! И вам доброго! Прямо завораживает. Вы помните, как они здесь за столом сидели? Говорит, давай, Давид Маркович, так что, вас ждать? Я говорю, наливать? Наливай. Класс. Знаешь, какой вопрос я хочу задать кому-нибудь живому человеку, но все спрятались, никого нет. Что? Я хочу спросить, куда дели всех этих людей, вот живущих в этом дворе, когда съемки были? Их просто сказали, уедьте или как? Ну, что я, неправильный вопрос задаю? Нет, их собрали за столом. Помнишь, там была картина, когда они за столом все сидели? Это понятно. Это понятно. Вот их собрали за столом. Кстати, я знаю, где эта тетя живет. Вот смотри, видишь, лестница, под ней нет вот этой ничего, пристройки. Да. Видишь, там такие зеленые. Ну, да, там уже загородили. Наверху все по-другому, деревом обшили. Это я все понимаю. Где люди? Куда дели этих людей? Спросить не у кого. У режиссера спросить. Олег, вы из Одессы, вы здесь были?
Нет. Ну вы даете. Так давайте я вас сфоткаю на лестнице. Здрасте. А скажите, пожалуйста, а вы здесь живете? Вопрос, можно к вам? Скажите, а куда дели всех людей, когда фильм снимали? Вот, которые здесь живут. Здесь же, наверное... Разъезжались, куда же дели? Ну как, вот приехала здесь студия, там постоянно тихо не шуметь. Все сидели по домам? Нет. Да? Нет. А как? Спокойно, как обычно, вот выходите, все ходят. Ну, они просили тихо не говорить. Ну, были моменты, что... А, да? Я думал, они там заплатили деньги, людей выселили там куда-то на... Ну, спрашиваю, я ж... Просто интересно. Нет, все были на местах. Я понял. Ладно, спасибо, до свидания. Если попробую кого-то выселить. Да. Друзья, вот такой вот... Кормить будут? Да, ну тогда мы пошли погулять. Да. Друзья, вот такой получился ролик. Показал вам такой одесский дворик, мой любимый. Я здесь с Олесей фоткался неоднократно, приходил сюда. Раньше здесь нельзя было попасть, замок стоял. Теперь люди нарисовали на калитке этого дома Гоцмана самого. Вот вы сейчас увидите. И нарисовали Фиму. Но почему-то, по каким-то соображениям, вы видите, вот здесь вот. Закрасили, Фиму закрасили, хотя Фима самый одессит, который есть, непонятно. В общем, друзья, надеюсь, что данный ролик вас улыбнул, вам понравился. Лайкос под видео, подпишитесь, если вы еще не подписаны, мы будем снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся. Друзья, ну что, вот такой получился ролик. Я надеюсь, что он вам понравился. Обязательно поставьте лайкос. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, я буду снимать для вас еще более чумачечьи видосы. Увидимся!